друзья. Я уверена, что сегодня здесь собрались те, кто искренне любит музыку. Наверное, каждый из вас задавал себе вопрос, что же значит для меня музыка? И каждому удавалось на него ответить по-своему. Сегодня мы спросим, что значит музыка для нашего гостя. Артур Русановский, аплодисменты! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что же значит для вас музыка? Музыка для меня – это жизнь, потому что я с детства занимаюсь музыкой, и для меня это прекрасно. Вы понимаете, я забываю обо всем. У меня мой инструмент, и я, и мы творим вместе. Идут сами, но я стараюсь эмоции передать. Оркестр или соло? Это, конечно, очень хороший вопрос, потому что все-таки это две разные вещи. Есть много историй, где самые замечательные солисты, исполнители. Познакомиться с творчеством наших студентов мы не могли оставить без внимания ваш приезд к нам в гости. И поэтому хотим подарить вам небольшой подарок, сделанный своими руками.